Вы спросили о том, как во время молитвы надо стоять или сидеть. У нас есть либо сидим, либо стоим. И есть очень много мест молитвы, когда можно и стоять, и сидеть. И как я часто писал на сайте или говорил, надо стараться вести себя так, как ведут себя большинство в этом молитвенном зале, где ты находишься. Они стоят, надо тоже стоять. Они сидят, надо сидеть. Теперь вы правильно задали вопрос про поводу молитвы Амида. Она же называется Шмоне Исрей. И это центральная часть любой молитвы, утром, дневной или вечером. Называется она, вы тоже правильно писали, Амида. Шмоне Исрей означает 18 благословений. Амида означает, что надо стоять. Молитва Амида, кроме больных людей, ни про кого не будет сказано, которые не могут стоять, когда они читают Амида, сидя. Но это мы не разбираем, эту тему. Или иногда бывает крайний случай, когда люди там в поезде, в самолете должны читать, тоже сидя. Нормально в синагоге Амиду читает стоя. Значит, все, что нужно про Амиду знать, что надо стоять. Но этого недостаточно. Значит, нужно Амида – это молитва центральная. Мы примеры берем от наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова. И это разбирается в наших книгах, в Талмуде, в трактате Брахот. В других местах, в Шулхан Арухе, конечно, написано. Значит, мы читаем стоя ее. Потому что было сказано, что и встал, или предстал Авраам перед Всевышним. Поэтому по-русски даже правильно сказать «предстал». Значит, это поможет нам понять, как мы будем читать. Значит, «предстал», значит, нужно «предстать». Значит, перед тем, как начинается Шмоне Исрей, она же Амида, мы уже стоим. Нужно встать за какое-то время перед этим. Небольшое, даже полминуты, минута. И мы должны предстать, подойти как бы навстречу Всевышнему. То есть сделать три шага вперед. На практике, поскольку перед тобой тоже могут быть люди, ты не можешь пройти три шага вперед. Поэтому обычно идут три шага назад, и через секунду, две-три, идут вперед. И так, чтобы молиться Амида, надо пройти вперед три шага сделать. Начинаем с правой ноги, конечно. Идем вперед, три шага. После этого начинаем читать. Как я уже говорил, Амида, она же Шмоне Исрей, 18 благословений. Так вот, в первом благословении, на иврите браха, в первом благословении, мы должны два раза поклониться. Я примерно покажу как. Два раза, в двух местах, в начале и там в конце, я объясню. И в предпоследнее, кто называется Мадим, Модим, тоже нужно два раза поклониться. С поклонами закончили. После этого мы заканчиваем Шмоне Исрей, Амиду. И если вы помните, мы должны были прийти вперед. Теперь точно так же нужно отойти назад. Значит, мы читаем, как читаем ее. Заканчиваем последнее благословение, после которого несколько фраз дополнительных. Наши пожелания, чтобы Бейт Мигдаш, храм был восстановлен. И потом завершающая фраза, чтобы ее сказать, мы отходим назад, начинаем с левой ноги, вперед с правой, ибо мы хотим, назад с левой, потому что мы не хотим. Начинаем с левой, три небольших шага делаем назад, буквально небольшие. И сделав эти три шага, нужно наклониться налево, потом направо. Вы видите наоборот, но я от себя как бы. Каждый человек может представить от себя налево, направо и посередине. Эти, значит, последние фразы закончатся. Значит, она читается так, прямо уже о ней скажем здесь. «Осе шалом бивурма» – налево. «Уя се шалом алейну» – направо. «Балкон стрелы» – «Мумар амей». Вот так вот примерно мы скажем здесь. Значит, нужно объяснить теперь две брахи, два благословения. Два благословения, когда мы должны поклониться. Итак, первое. Первое говорит о том, кто такой Всевышний.
и начинается слово «Барух Ата», после этого имя Всевышнего. Я скажу все-таки не так, как мы говорим в молитве, а скажу как текст, чтобы, ибо нужно быть осторожным, когда ты говоришь слова. Но в молитве нужно говорить правильно. Барух Ата Ашем – это имя Всевышнего. И вот это нужно с наклоном сказать, с поклоном. Как это делается? Я примерно скажу, я сижу, но вы представляете, что я стою. И, значит, слово «барух» нужно пригнуть колени вниз, вот так. Получается так. Вот я говорю теперь «барух». «Барух». Потом я говорю «ата», «ты». Нужно наклониться вперед, колени согнуты чуть-чуть. Наклоняюсь вперед и опускаю голову. Еще раз «барух», «ата», и опускаю голову. Потом имя Всевышнего, я распрямляюсь. Вот так распрямляюсь, и потом голову поднимаю. Итак, «барух», «ата», имя Всевышнего, и поднимаю голову. Вот это вот делается. Значит, это называется один поклон. После этого, в конце благословения, мы опять говорим «барух ата Ашем маген Авраам». Значит, мы говорим это так. Вы уже знаете теперь «барух», я наклоняюсь прямо пока, я голову не склоняю, «барух», колени только, потом «ата» и голову тоже, потом я распрямляюсь и голову поднимаю. Вот примерно там тоже. Теперь, когда «модим», там нету имени Всевышнего в предпоследнем благословении, в начале, есть в конце. И там, где «модим», там просто нужно наклониться, потому что нет вот «барух аташи». Поэтому просто «модим» и так. То есть «модим» и так. А в конце есть благословение, тоже «барух аташи», та же формула, те же движения. Вот, пожалуй, я как бы все рассказал. Если зайти в синагогу, то можно видеть, что во время молитвы, в разных частях молитвы, включая Амида, люди стоят и читают, кто-то стоит, просто стоит и читает, и делает то, что я сказал. Другие им раскачиваются, так, так, так. Нету правил никаких. Лучше начать с того, что ничего не делаешь, кроме указанных мной поклонов и наклонов. А потом ты привыкаешь, к общая энергетика молитвы тебя начнет подталкивать примерно под то, как это делает, лучше всего, как делает раввин в общине, другие очень знающие люди. Не надо ориентироваться на начинающих и на, ну, короче, на тех, кто еще должны учиться много. И всегда нужно много учиться, конечно. Вот, пожалуй, все, что я бы мог сказать здесь, больше не надо. Всего доброго, до свидания.